Добрый вечер, уважаемые подписчики. Саша Маэстро вас немножко беспокоит. Во-первых, хочу поблагодарить блогера нашего, Дениса, который передал мне, видимо, от своего лица 100 рублей. И передала мне Юлия Малая с Калининграда 2 соточки. Поэтому сходил в магазин, купил хлебушек, яички, паштетик, колбаску, пачку сигарет. Водки не брал. Не хочу, напился, 40 дней пил. Что еще хочу сказать? Всем респект и уважуха. Спасибо, что поддержали. Спасибо, что наставили на путь истины. Заставили задуматься. Вот. Ну и так далее. Всего хорошего. Работаю. Стараюсь. Третий день без Бухары. Приехал из Бухары. Вот. Кроватку сегодня очередную слепил. Вчерашняя уехала. Это так, видеоотчет перед вами, то что ну не все уроды. Есть нормальные люди. Есть и среди вас очень много хороших людей, которые помогли, которые действительно поддержали так или иначе. Даже плохое слово иногда может вдохновить. Вот. Опять же скажу про плохие комментарии. Почему-то они приходят откуда-то издалека, где там самые последние лагеря находятся. Я не в плане лагеря, а в плане отдаленности от данной точки. Видимо, настолько там это чисто психологическое, мне кажется, мышление. Видимо, настолько там все плохо, что волку, когда холодно, он воет, чтобы согреться. Вот я так отношусь к подобным, совсем уж там к негативным комментариям. Вот. А то, что мудак и мог бы жить, да, правильно. Спасибо. Поэтому здесь у меня все более-менее спартанские, конечно, условия, но все есть для общего развития, так скажем. Душ, горячая вода, кулер, микроволновка, туалет, свет, тепло, музыка играет. Вот. Ну и так далее. Хорошо, что ее сейчас не слышно, потому что нельзя там по авторским правам ее слушать. Ну опять же, всем спасибо. Спасибо Юлии. Мы, кстати, с ней общаемся уже не как с человеком, который мне помогает, а как с женщиной. Вот. Я, правда, сейчас за три дня мало представляю себя едущим в Калининград. Ну, я думаю, это все впереди. Я уже ездил в Абакан, в Иркутск, в Краснодар и так далее. В Питер знакомился так с данными. Поэтому развиваемся. После такого запоя, конечно, нужно дней 10, чтобы отойти полностью, чтобы мозги соображали на все 100. Но 3 уже прошло. Чай есть, сахар есть, все необходимое есть. Спасибо всем. Ждем ваших комментариев. Ну, соответственно, если можно, там возмущались люди, вот попрошайка требует лайки. Да я не требую лайки, просто если есть возможность, если вам понравилось это видео, значит ставим лайк. А если не понравилось, значит дизлайк. И посмотрим. Но по последним роликам я вижу, что там 1 к 100 против и за. Поэтому всем респект, всем спасибо. Всем приятного аппетита, кто еще не покушал. Я тоже буду кушать. К сожалению, вот яички куриные в скобках. Мне не на чем поджарить, поэтому я буду их пить сырыми. Может быть, это как-то поддержит мой голос. Многим он там понравился, некоторым не понравился. Но опять же, на вкус и цвет товарищей нет. Всем спасибо, приятного аппетита, хорошего вечера, спокойной ночи. Всем удачи. Саша Маэстро.